Брови у меня сегодня, конечно, кошмарные получились. Доброе утро! Сегодня лето, и мы такие просыпаемся и думаем, а не поехать ли бы нам в Одессу? Why not? Вы просили, и я снимаю еще одну часть «Подписчики управляют моей жизнью». Сегодня вы будете управлять моими выходными, то есть и сегодня, и завтра я буду снимать, все соединю в один влог, поэтому погнали! В этот раз моя сестра с нами не едет, поэтому у меня здесь столько места. Я нарисовала себе веснушки. Как вам? Вот такая вот у нас обстановочка. Мне так нравятся в последнее время косички. Давай резинки. Держи. Мой личный парикмахер-стилист. В общем, я сейчас иду в МАК на Дерибасовской, чтобы встретиться с Таней. Переоделась вот в такую вот сеточку. У меня жутко тяжелый рюкзак, потому что все, что я привезла в Одессу, в нем. Я сейчас с ним таскаюсь. Спросила у вас в сторис, что взять в МАКе, макшейк или лимонад. Вы проголосовали за лимонад, и хочу вам сказать, что лимонад манго и маракуя – это самый отвратительный лимонад, который я когда-либо пила. Кто это тот? Нет! Я просидела в МАКе 1,5 часа. Я сейчас очень злая, но я дождалась, и Осман приехал. Мы сейчас будем фоткаться в его мерче. Да, это же мерч? Или что, или это просто... Потом я встречусь снова с Таней. Она сейчас зашла в МАК покушать. Сладенькие бодры. Осман, купи мне эту цепочку, я хочу ее. Блин, извини, у меня только карточка. Тогда отдай мне свою. Дай себе за водичкой. Тут еще играют. Это она так приветствует. Девочки, вы купили моду, у вас есть место для вас. Меня тянет хулигани, на меня тянет воду, меня так тянет. Ой, девочки, привет, подруги. Такое солнышко к нам подошло. Она нам подарила подарок. Теперь ваша очередь. Я приехала к Тане, и просто посмотрите, что у нее здесь есть. Таня, что это? Это просто... Какая она красивая. Ой, здравствуйте! Когда-то у нас такая же будет. Ой, ну все, ну все, ну все, ломай, Мишель, все в доме, конечно. Ну вот не впускайте меня никогда. Сейчас Мишель все сломает. Что, ребят, скажете, поедем в Аркадию? Голосуйте тут. Что нам делать? Вот оно, мое любимое место в Одессе, просто. Боря, сейчас его быдло планеты. Я спросила у вас в сторис, ехать в Аркадию или нет, и 93% проголосовали за да, поэтому здравствуйте! Нас провели в Итаку через... Господи, я думала, моя голова растет с твоего плеча! Нас провели в Итаку через черный вход, вот. Мы зашли, и сейчас тут играет пошлая Молли. Таня, расскажи нам про контингент в Аркадии. Короче, вот знаете, контингент просто плавно, нет, не плавно, нифига не плавно. Вот ты идешь мимо одного контраст клуба. Просто. Концерт пошлой Молли, все тупо убитые в хламину, какие-то дети. Просто в космосе. Тупо отрыв башки, да? А проходишь дальше, там такие телочки на каблучках, все такие супер. О, 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 вот да, такие сантиметров 20 каблук. Да, потому что концерт Элджея, он же слепой, не заметит. Так получилось, что в прошлом году на видео People я видела Элджея, мы с Настей Тропи стояли у сцены, я поворачиваюсь, а я не знала, как Элджей выглядит. Я поворачиваюсь и говорю: Настя, смотри, какой стрёмный тип, с белыми глазами, типа, давай отойдем отсюда, потому что он страшный. Он это услышал, мы отходим, потом он выходит на сцену, начинает петь «Розовое вино», я такая... Самое главное, что он не увидел, он же тебя не увидел, ну...
Да, он же слепой, он меня не увидел. Значит, он не запомнил. Значит, мы можем пойти. Я спросила сторис идти на машинке, и 80 с чем-то процентов проголосовали за да, поэтому... Поэтому мы идем. Спасибо им за это. Спасибо вам. Надеюсь, прокачу. Ну. Давай, давай. Мы решили второй раз прокатиться, и в этот раз я буду рулить. Мы доедем, сейчас я порешаю. Сейчас я порешаю. Ай, подожди. Ай, вот они. Ой, мы что, задом едем? Сегодня мы, короче, стоим на концерте Open Kids, все нормально. Тусуемся, чилимся. Волны Jungle Bell. Вот. Подходит какой-то мужик, не знаю. Ну, молодой парень. Ну, парень, ну, лет 20-25. Да. И говорит, привет, дай номер. Я говорю, нет. Короче, Мишель сказала, что у нее есть парень, но этот пацан тупо не оставал. Вот повезло Мишель на знакомство с дебилами. Пипец просто. Я говорю, у меня есть парень. Он говорит, ничего страшного, я лучше. Он потом говорит, это всего лишь переписка. Ага. В общем, я у вас спросила в сторис, что взять, суп или цезарь. Вы проголосовали за цезарь, но так получилось, что мы уехали. Мы идем в МАК. Да, сейчас уезжаем в МАК. Потому что контингент в час просто ночи в Аркадии, шоу, это просто... не самый лучший контингент. Это именно стрёмно, ребят. Да. Лакшери. Кукари лайф, как говорится, как бы. Доброе утро! Вчера был концерт Элджея, но написано было, что он выйдет в 10, а вышел он в 4, поэтому мы не пошли, мы пошли спать. Зато мы были на концерте Пошлой Молли, бесплатно. Я спросила у вас сторис, где нам завтракать, дома или в Аркадии, и 53% проголосовало за Аркадию. Почему у меня камера такая грязная? Мы зашли в ресторан, и тут завтраки до 12, и мы успели заказать за 2 минуты, потому что сегодня мы ничего не кушали, я голодная. Еще посмотрите, какой потрясающий вид на аквапарк открывается с ресторана. Сколько раз я уже была в Одессе и ни разу не видела, чтобы этот аквапарк работал. Ням-ням. Спросила у вас, что взять, латте или капучино, и большинство было за латте. Слушай, Рафаэлло Нетворк. Да? Рафаэлло Нетворк. Как раз развели, они торгуют только брендами. Я заказала себе овсянку с фруктами. Я надеюсь, что это вкусно. Я забыла, что в ресторанах нельзя никогда заказывать овсянку, потому что я ненавижу кашу с сахаром. Самое отвратительное, что только может быть. И фрукты все тоже в сахарной пудре, вот она даже на боках остается. Они взяли себе такую яичницу прикольную, а я лошара. Моя мамочка со мной поделилась. Спасибо. Я, конечно, понимаю, что 23 градуса на улице, но я как бы хожу в куртке, потому что тут ветер, а люди купаются. Просто посмотрите, какая здесь тина. Фу, это так отвратительно выглядит. Я нашла наконец-то батончики, взяла себе несколько разных вкусов. Буду пробовать. Мы пришли в ресторан на Дерибасовской. Там выступает XO Live сейчас. Сейчас поет Герман. Давайте все вместе. Нет ничего не важно. А людей там на входе не пускают. Просто
Таня на икра тут пришла, а Таня как бы, Таня не до икры. Здравствуйте. Привет. Спасибо, Там Янка Пенка на сцене, а мы идем гулять. Смотри, какой котик. Я уже должна уезжать. Да. Подождите. Светки соколовой. Светки соколовой. Смотрите, какая лошадка. Любвеобильная. Мы потеряли Таню. Зато нашли Никиту. Мне уже пора ехать, а я хочу попрощаться с Таней, а Таня потерялась, и это проблема. Она пробирается сквозь толпу школьников, это нелегко. Какие мы похожи. Мир такой желтый, через гуще, это факт. Я уезжаю. Да. Все? Да. Ты уезжаешь уже? Да. А, ну давай. Все равно, я думаю, что встретимся. Жалко, что дольше. Приеду. Поснимаем. Вот так вот проходят будни. Все, погнали. Вот это называется XLife и Ян Гордиенко на автограф фотосессии. Все говорят нет, 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 а я кричу да, 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 да. Я против всех, все против меня, но помню всегда. Нет ничего невозможного, нет ничего невозможного.